это место, где стоял домик матушки Алипии. Сейчас здесь очень много паломников. Крест с ее могилы. А вот это часовенка на том месте, где был расположен домик матушки Алипии. И вот сколько людей, паломников со всей Украины и из других стран приезжают в День памяти матушки Алипии. А здесь вот раздают кашу. Матушка Алипия всегда кормила всех, кто к ней приходил, и всегда всем всего хватало, и было очень вкусно. Посмотрите, люди сегодня кушают гречневую кашу, салат из кислой капусты, компот и хлеб. Все очень вкусно, и люди с самого утра сюда идут, всех кормят. Вот, а здесь уже так вот красиво все облагородили, вот это вот вокруг часовни. А там дальше лес, куда матушка Алипия иногда ходила молиться, и туда приходил лось, которого она кормила, она его приручила. Вот это вот мы обходим часовенку, а в самой часовеньке хранятся вещи матушки Алипии, в частности ее четки. Матушка Алипия, моли Бога о нас. Вот это колокольня. А это вход в монастырь, врата монастырские. Это крестильня в монастыре. Вот она. Здесь очень красиво. Смотрите, какие цветы шикарные. Это строится новый корпус. Вот это храм, под спудом которого покоятся мощи матушки. И вот люди, которые стоят в очереди, чтобы попасть и приложиться мощам.